Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы с вами у первого вольера. Вот. Хорошо. Всем нашим зрителям известного. Сразу здесь такая мощная реклама парка львов Тайган. И помимо этих букв, которых видно издалека, здесь еще и сразу такой вот замечательный прайд. Наша блондиночка, красоточка, гуляет. Все ей интересно, что происходит в соседнем вольере, где ребята из главного прайда. Доброе утро, Витя. И вот наш темногривый красавец. Зимой грива его еще больше распушилась. Там, где мордочка, такая рыжая шевелюра, а туда уже ближе к корпусу темная. И на животе тоже. Не зря, друзья, вы в комментариях пишете, что действительно темногривый выделяется и своей красотой, и вот такими вот необычными для льва гривой, которая продолжается буквально вот прям на животе. И видите, это не только красиво, но и очень, как говорится, практично. Он спокойненько лежит даже в зимнее время на дорожке бетонной и не ощущает никакого дискомфорта. Вот подошел дружок из главного прайда, и мы видим, насколько у них такие дружеские отношения, что даже никакого хотя бы для видимости рыка, что, мол, ты уже не в нашем прайде. Нет. Прошлым летом темногривый влился успешно в главный прайд. И, как мы видим, они его воспринимают как своего. Кто-то там рыкнул, и наша блондиночка сразу посторонилась. А вон королева крымской саванны в соседнем вольере. И только темногривый красавец невозмутимо продолжает лежать. Его ничто не отвлекает от размышлений. Что ж, друзья, всем большой привет от темногривого и красотки молодой блондиночки.